программа «День с толком», в студии Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. С сегодняшнего дня карты Visa и MasterCard для россиян не будут работать за границей. Какие альтернативы есть? Импорта не станет, но появится ли отечественная продукция? С какой реальностью столкнулись те, кто одевает нас с вами? Несколько месяцев специальных тренировок и питания. В эти выходные Барнаул примет атлетов со всего края. И новость для тех, кто ностальгирует по 90-м. Недельная инфляция в стране разогналась до рекордного уровня, впервые с 98-го года. С 26 февраля по 4 марта показатель инфляции составил 2,22, а недели ранее 0,45. Об этом сообщает Росстат. И за неделю цены на машины из салона выросли на 17%, телевизоров на 15%, смартфонов почти на 10%. Подорожали и медикаменты. Тем временем в Центробанке накануне приняли меры, которые должны стабилизировать валютный рынок и в целом финансовую систему России. Жители страны, которые открыли валютные счета 9 марта и позже, уже не смогут получить наличную валюту. Деньги можно забрать в рублях по рыночному курсу. Для тех, кто успел открыть счет до 9 марта, ввели ограничения. Граждане могут при обращении в банк по вкладам, которые открыты были до 9 марта, этого года, могут получить иностранную валюту в размере до 10 тысяч долларов США. Если у гражданина несколько счетов в банке, то он также получит не более 10 тысяч долларов США. Вот на протяжении совокупности, на протяжении того периода, в который действует эта мера, а это 6 месяцев. Остальную сумму можно будет забрать в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Жители страны, которые не собираются снимать деньги, могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Стоит отметить, что в банках всего около 10% всех валютных счетов превышают 10 тысяч долларов США. Курс доллара растет, полки магазинов пустеют. Барнаульские покупатели уже столкнулись с нехваткой базовых товаров, в особенности сахара, продолжит Артем Гусельников. За последние дни с полок российских магазинов резко пропал сахар. Такая же ситуация, например, с гречкой и мукой. Многие покупатели попросту не могут приобрести товары. Там, где продукты еще есть, существенно подскочила цена. Цены поднялись очень сильно. Молоко, сметана не стала брать. Думаю, ладно, обойдусь старым. И вот сейчас хотела гречневую крупу купить, там вообще прилавки пустые. Видать, опять наценку ждут. И мы все думаем о том, что, в принципе, урожай-то старый. Нового-то еще нет, поэтому, по идее, надо бы цены-то в этом смысле держать. Держать цены обещают и работники продуктового магазина. Так, стоимость килограмма песка здесь осталась прежней – 60 рублей. При этом во время нашего визита сотрудники вывезли в зал новые палеты с песком. Но у нас не пустые полки, просто не выкладываем на это. Остается на палете товар, потому что тут же разбирают. У нас как бы в магазине сильный рост цен не может, потому что люди тогда просто уйдут. Однако удерживать цены получается далеко не везде. Например, в Михайловском районе сахар, который еще недавно точно так же стоил 60 рублей за килограмм, теперь продают по 100. Привезли в Назаровку по 100. Но это, скорее всего, если в Михайловку поступило, не в Михайловке купили, наверное, как перекупщики. В краевом управлении пищевой промышленности успокаивают. Черемновский сахарный завод выработал более 120 тысяч тонн сахара. Примерно 125 тысяч тонн было выработано. По идее, этого объема сахара должно хватить до начала переработки нового урожая. Никаких сбоев по отгрузке сахара нет. Сахар отгружается в соответствии с договорными отношениями. Просто предприниматели не успевают привозить его, так как население начало гораздо больше покупать сахара и делать большие запасы. Также на ситуацию обратила внимание Федеральная антимонопольная служба. Сотрудники предупредили производителей о недопустимости срыва поставок и росте цен. При нарушениях ведомство обещает сразу принять меры. Артем Гусельников, Вадим Быстревский, «День с толком». Проверяйте информацию и следите за тем, что вы потребляете головой. А чтобы вам было проще, София Яценко будет рассказывать о том, чему можно верить, а что не прошло проверку.
Один из страхов диабетиков – остаться без главного лекарства. Новость о возможном дефиците инсулина из-за санкций напугала россиян с сахарным диабетом. Россия долгое время зависела от западных лабораторий, но все же запустила программу импортозамещения. В публикации «Коммерсанта» говорится о том, что внутреннее производство зависит от импортного сырья. Но в пресс-службе Минздрава России сообщили, что основные мировые производители инсулина, несмотря на ситуацию, продолжат поставки в Россию. Такие публикации появились сегодня в СМИ, в том числе успокоил диабетиков «Интерфакс». Также, по словам властей, запасы импортного препарата в аптеках практически не отличаются по объему поставок в прошлом году. Еще одна новость про сахар, правда, уже не в крови, а в напитке. Кока-кола и Пепси уходят из России. Такая информация заставила грустить любителей этих сладких газировок. Как сообщалось на сайтах, гендиректор компании PepsiCo опубликовал письмо для своих сотрудников. В нем он напомнил о более чем 60-летнем существовании на территории России. Несмотря на это, Рамон Алагуарте заявил, что бренды перестанут продаваться на территории Российской Федерации. Однако уже сегодня другие СМИ опубликовали опровержение. По словам базы, речь шла не об остановке производства, а о прекращении инвестиций в маркетинг и новые проекты. Так что утолить жажду известными напитками россияне смогут. Для любителей бургеров и картошки фри тоже нашлась неприятная новость. После информации о закрытии Макдональдса они надеялись на KFC. Но после того, как в интернете начали публиковать, что и эта сеть закроется в России, расстроились еще больше. Позже выяснилось, новость фейковая. Американская корпорация Yum! Brands объявила о временном прекращении работы лишь 70 ресторанов в России. А если вам кажется, что какая-то новость может быть неправдой, присылайте ее нам, мы проверим. Сегодня международные платежные системы Visa и MasterCard приостанавливают работу в России. Банковские карты продолжат работать внутри страны. Владельцы смогут оплачивать товары, пополнять счет и делать переводы. Под запретом покупки в иностранных интернет-магазинах, использование в сервисах Apple Pay и Google Pay и оплата за границей. В качестве альтернативы власти предлагают собственную платежную систему МИР. Правда, российский МИР поддерживают немногие страны. Беларусь, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Армения, Турция, Вьетнам и Южная Осетия. Еще одной альтернативой может стать китайская платежная система UnionPay. Такие карты выпускают 11 российских банков. Среди них Почта Банк, Восточный, Газпромбанк. Около 10 лет потребуется на то, чтобы российская гражданская авиация научилась функционировать с учетом санкций. Таковы прогнозы экспертов. Из-за событий на Украине на Россию наложили несколько санкций. Одни из жестких коснулись неба. Иностранные производители отказались поставлять нам новые самолеты и обслуживать старые. Американский Боинг, европейский Аэробус и бразильский Эмбраер больше не поставляют в Россию ни запчасти, ни сами авиалайнеры. К таким поворотам страна не была готова. Возможно, повторение той же истории, что было при развале Советского Союза, когда на чехословацкие самолеты Л-410 перестали поставлять запасные части, и весь парк самолетов буквально в первые полтора-два года был остановлен, поскольку не было возможности ремонтировать и эксплуатировать эти самолеты. Антон Канцеров говорит, вполне возможно, что из-за санкций пассажиры на какое-то время забудут про полеты. Ведь большая часть самолетов в стране импортные. Есть, конечно, и отечественные суперджеты. Выпустили их много, но не стоит забывать, что сухой суперджет И-100 довольно небольшой самолет, 103 места. А дальность полета скромная. С Москвы до Владивостока без дозаправки не долететь. К тому же некоторые важные запчасти на суперджет не отечественного производства. Двигатель авионика является французская, то есть производитель корпорации Airbus. Если не будет поставок данных агрегатов и деталей, то производство самолета, я думаю, что невозможно. Отечественных двигателей на этот самолет в данный момент нет. Федеральные эксперты заявляют, а пользователи соцсетей обеспокоены, что это настоящий авиаудар по российской авиации. Санкции грозят упадком в отрасли из-за приостановки производства самолетов и зависимости от иностранных производителей. Как вариант, необходимо развивать собственный авиапром, а пока стараться наладить поставки комплектующих через дружественные страны. Собственную авиапромышленность развивать можно, но на это уйдет 8, а то и 10 лет, говорят специалисты. А вот что касается Барнаульского аэропорта, то санкции пока что его не коснулись. Все рейсы по расписанию отмен нет, а техника в исправном состоянии, пояснили сотрудники Барнаульских воздушных ворот. Все закуплено, все у нас техника в наличии, все исправно, есть
договоренности с организациями по ремонту. Все делается на территории России, как бы, без проблем. А если что-то сломается? Вот я, насколько знаю, трапы-то у нас иностранные. Ну, есть иностранные, есть российские. Ну, пока не столкнулись ни с какими проблемами. Не можем даже никаких прогнозов делать. Получить информацию от бортпроводников тоже невозможно. Один из них в личном разговоре сказал, что сам узнает, состоится ли рейс накануне вылета. Сколько продлятся эта безызвестность и подвешенное состояние, неизвестно. Но, во всяком случае, в ближайшие месяцы полеты еще возможны. Анастасия Драган, Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. В Барнауле вновь могут поднять стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщают в мэрии. По мнению перевозчиков, после подорожания билета до 28 рублей экономическая ситуация осложнилась. Власти объяснили, что ранее уже оказывали поддержку предпринимателям, в частности, с 2020 по 2022 годы на нерегулируемых маршрутах обновили 120 авто. Разные варианты помощи обсудили и в этот раз, пока власти не спешат увеличивать финансовую нагрузку на жителей. Будем носить свое отечественное. Так сейчас реагирует часть населения на информацию о приостановке работы европейских брендов одежды. Правда, их оптимизм не разделяют те, кто, можно сказать, и одевает население, прежде всего женскую его половину, руководители салонов брендовой одежды, да и те, кто просто занимается пошивом. Почему? Разбиралась Татьяна Голубева. Это пальто из итальянской ткани, премиум. Здесь, наверное, 80% шерсти. Сделано в России. Практически каждая этикетка с одежды этого салона говорит о том, что шить у нас умеют. И делают это на достаточно высоком уровне. Да и цены здесь нельзя сказать, что кусаются. Но владелица пространства расстроена. И это мягко сказано. Ей уже пришлось отказаться от весомой части пошива. Почти в 3 раза подорожали ткани и вся фурнитура. Большую часть из этого закупают в Турции и Китае. Я скажу, что даже у самых топовых брендов в России ткань не местная. К сожалению, мне кажется, местные производители не производят ткань. Но вот у нас, например, есть барнаульский меланжевый комбинат, да, но там ткань такая идет для спецодежды, либо для постельного белья. То есть нам вообще эта ткань никак не подходит. Идея переориентироваться у Ксении есть. Она уже ведет переговоры с соседями из Киргизии и Казахстана. Надеется, удастся договориться о поставках ткани. Ну а цены на весеннюю коллекцию будет стараться удерживать. Если говорить о том, что вот можно заменить, во-первых, ни ткани, ни фурнитуры. Давайте просто будем смотреть правде в глаза. У нас ниток своих сейчас никто не производит. Я не говорю про оборудование, я не говорю про технологии, я не говорю про лекала. Вот. У нас нет вот сейчас специалистов, которые способны изготовить одежду вот такого качества по такой цене. Нина Глушакова с 2006 года одевает барнаульских и не только женщин размера плюс сайз. 4000 постоянных клиенток просто не представляют, что будут носить после прекращения поставок из Германии. Того, что сейчас есть в магазине, по подсчетам владелицы франшизы, хватит от силы на 2 месяца. У нас исчезает белье, колготки, гольф и то, чего вообще вот для полных женщин вообще никто не производит. И если так говорить, что там что-то сшить или что-то связать можно там для этого, то вот белье, колготки – это не сшить, не связать, и это очень большая проблема. Возможно, я вижу перспективы найти клиентов среди тех, кто предпочитал одежду более высокого качества, потому что люкс тоже ушел с российского рынка. И, возможно, те, кто предпочитал более дорогую одежду, возможно, они обратятся к индивидуальному пошиву. А будет дорого, утверждает Дарья. Как и ее коллеги по цеху, рост цен не заметить не могла. Швейные машинки выросли в 2 раза. Если раньше бытовая китайская могла обойтись в 25 тысяч, сейчас уже в 50. Так что в тренд на рост индивидуальных заказов у портних ей верить хотелось бы. Но пока продолжит развивать свой онлайн-бизнес по продаже уроков шитья. Но владелица бренда одежды для полных женщин, даже несмотря на свои организаторские способности, уверена, восполнить пробел, который сейчас возник, будет очень сложно. И надеяться, что в ближайшей перспективе все вернется на круги своя. Татьяна Голубева, Анастасия Бертенева, Алексей Фризин. День с толком. Фестиваль вареника в Алтайском крае не собирается отменять из-за ситуации на Украине. Об этом сегодня заявила министр культуры края Елена Безрукова. Традиционный фестиваль проходит в Романовском районе. Это одна из визитных карточек региона. Отменить мероприятие может лишь одно – эпидобстановка. Лишь она может повлиять еще на одно крупное событие –
августовский рок-фестиваль «Ветер Сибири» под Бийском. Если я не ошибаюсь, то анонс как раз содержит строку о том, что мероприятие состоится при условии, если массовые мероприятия будут разрешены. Мы надеемся, но пока об этом прогнозы делать рано. Посмотрим по обстановке. Министр культуры подтвердила и то, что шукшинские дни на Алтае состоятся. Сейчас на кинофестиваль как раз подают заявки. Состав участников станет известен в мае. В Барнауле прошел мастер-класс маэстро мирового уровня Николай Диденко, обладатель редкого голоса, певучего баса с сильным верхним регистром. Не только выступил для алтайских зрителей, но и поделился секретами с алтайскими исполнителями. Об этом смотрите далее. Вашингтон, Копенгаген, Кёльн и Париж – лишь часть городов, где выступал приглашенный солист Большого театра и лауреат премии Грэмми Николай Диденко. Этой весной звезда больших сцен посетил и столицу мира – Барнаул. На Алтае он не только пел, но и обучал секретам. Только когда уже свободно, на свободной гортани мы уже начинаем выстраивать резонаторы. Алтайские артисты перенимают опыт ни много ни мало у маэстро, обладателя редкого голоса, певучего баса с сильным верхним регистром. Мастер-класс и для студентов, и для профессиональных солистов. И у тех, и у других в основном одни ошибки, говорит Диденко. Когда вокалист зажимает вот эти мышцы, челюсть иногда выдвигается вперед, и мы видим, как иногда трясется голова у вокалиста, там он поет, так вот, да, и вот, собственно, вот эти зажатости я пытался снять сегодня. И гортань то же самое. Когда гортань свободна, мы можем петь свободно и долго. Частая причина зажатостей – ошибочная методика обучения, массово распространившаяся в 90-е. С ее плодами и борется Диденко. Вот-вот-вот-вот-вот. Да. Ага, и гортань, и на зевке. А Диденко указал мне как раз на нюансы, которые насализация, излишняя насализация, это всегда присутствует в основном у вокалистов, у академистов. Это посыл именно вот масочный нос. Получается, что Диденко указал мне на отключение этого носа, то есть формирование правильного звука. Теперь, говорит артист, он понимает, над чем нужно работать. А значит, качество выступлений барнаульских исполнителей должно вырасти. Ходите на концерты, получайте настоящие впечатления, слезы, сердце. Совершенно по-другому человек чувствует после хороших концертов себя. И очень много оптимизма рождается, хочется творить, жить и воспитывать своих детей правильно. И ничего не должно мешать искусству, уверен маэстро. Ведь музыка в любой ситуации призвана объединять людей. Артем Гусельников, Андрей Печоркин. День с толком. Идеальное тело не к лету, а к марту. Некоторые алтайские жители к пляжу будут готовы буквально к воскресенью. Дело в том, что так в народе называется одна из номинаций краевого чемпионата по бодибилдингу. И состоится он 13 марта, продолжит Дмитрий Дроздов. Сила, мощь и красота. Атлетизм в Древней Греции по-современному бодибилдинг все еще в моде. Занимается им и для здоровья, и для побед. Через несколько дней на краевой чемпионат в Барнаул приедет сотня культуристов. Одна из самых массовых номинаций – Men's Physique, где упор на эстетику тела. Тренировки направлены как на выносливость, так и на желудок. Самое основное – это, конечно, диета. То есть 80% результата – это у нас питание. Это такая номинация, в которой, точнее, как вообще должен выглядеть парень на пляже. То есть это поэтому пляжный бодибилдинг. Идеальное тело к лету, да? Да. А всего 19 номинаций – позирование, фит-пары, среди них и две новые, обе женские. Это wellness с упором на большие накачанные ноги, вторая – artistic fitness. Танцевальная, хореографическая, очень красивая программа с красивым образом, с костюмом. То есть один из раундов, первый раунд, это как раз произвольная программа, в которой девушка выходит в красивом костюме. Она создает какой-то образ, очень часто это воительница. По
Подготовка к стартам идет несколько месяцев. Питание, тренировки, замеры и взвешивание. Сейчас одни атлеты сбавляют темп, другие дожимают до максимума. Жюри смотрит на все. Главные соперники для Алтайского края – атлеты из Красноярска и Новосибирска. 13 марта узнаем, кто ярче играет мышцами. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи!